Летом 1983 года одесский турклуб «Романтик» выпустил три группы в походы по Тяньшаню. Одной группой руководил Саша Майоров, вторую возглавлял Сергей Чередников и третья группа наша под руководством Толика Павлова. Завхозом был Витя Чудиков, участники Лёша Гильченко, Юра Пономаренко, Коля Рипа и я, Сергей Просветов. В район походов мы добирались долго и с множеством приключений, пересказать которые в 10-минутном ролике я даже не стану пытаться. Сначала мы прилетели в город Фрунзе, теперешний Бишкек, на самолетах Аэрофлота. Потом на автобусе переехали в Пржевальск. Потом на грузовике подъехали до поворота на Тырскей-Алатау. И здесь, наконец-то, нам удалось поймать грузовик, водитель которого согласился отвезти нас в горы. Все предыдущие водители наотрез отказывались ехать в такую даль, потому что были трезвыми. Этот же водила был в стельку пьян и поэтому согласен был вести нас хоть на край света. И повез бы. Но в этот момент он очень удачно выпал из кабины автомобиля прямо на дорогу. Воспользовавшись заминкой, место у штурвала ловко занял Юра Пономаренко и повез нас в горы. Наш грузовичок ловко карабкался ввысь ровно до тех пор, пока в нем не закончился бензин. В этот момент мы выпрыгнули из кузова грузовика вместе с рюкзаками. Последним выпрыгнул из кабины Юра Пономаренко, на ходу передавая штурвал едва протрезвевшему с перепугу водителю. И вот мы в горах Тяньшаня, в ущелье Джитыагус. Потом у нас медведь сожрал заброску, и мы без продовольствия, но с легким сердцем отправились путешествовать по Тяньшаню.
а это счастливое семейство местных пастухов, которые нас радушно приняли в своей палатке, угостили, чем были богаты, а в конце похода они снабдили нас лошадью для спуска пострадавшего. Простые и добрые люди, память о которых мы пронесем через всю свою жизнь. Это мы возвратились в Пржевальск. О, а вот и вся жизнь. Потом мы позагорали на пляжах Иссык-Куля, сфотографировались у знаменитого памятника Пржевальскому и двинули в обратный путь.